Здравствуйте! В предстоящий четверг мы празднуем Успение Божьей Матери. Наверное, один из самых парадоксальных праздников православной церкви, потому что все мы, православные, горячо любим и почитаем Матерь Божию. И тем не менее, день ее смерти, день окончания ее земной жизни, это один из величайших и один из празднуемых очень торжественно дней в церковном календаре. Почему же мы так торжественно и даже радостно празднуем день смерти той, которую горячо любим и почитаем, день смерти Матери Божией? Это связано с отношением христиан к смерти. Что такое смерть? На этот вопрос человечество пыталось ответить, наверное, столько, сколько существует. Есть различные философские и религиозные ответы на этот вопрос. Их условно можно свести к двум категориям. Первое – вера в то, что после смерти тела личность человека исчезает. И второе – это вера в то, что кроме тела у человека есть духовная сущность, которая как раз и является носителем личности, которая и определяет личность человека. В христианской традиции она называется душой или духом человека. Так вот, мы, христиане, веруем, что не только со смертью тела душа не умирает. Мы веруем не только в то, что душа бессмертна, но мы веруем и в то, что и тело должно было быть бессмертным по замыслу Божию. И смерть тела – это не естественное состояние, не нормальное состояние, и состояние временное. Настанет время в конце мировой истории, когда Господь придет судить этот мир и воскресит всех умерших, сколько бы вот их ни жило на земле. Наша нынешняя земная жизнь – это лишь подготовка к вечности. И можно земную жизнь сравнить со школой, ну или с детством. Вот как ребенок, пока во время своего детства должен научиться всему тому, что пригодится ему во взрослой жизни, в этом и состоит цель воспитания. Воспитывая ребенка, родители прививают ему навыки, передают знания, умения и бытовые, и, что еще важнее, нравственные, которые позволят ребенку стать настоящим человеком, когда он достигнет вот зрелости. К смерти готовилась и, может быть, даже радостно ожидала смерти и Матерь Божия. В церковном песнопении, посвященном этому празднику, мы поем: «В Рождестве девство сохранила Иси, во Успении мира не оставила Иси Богородица, приставила Иси к животу, Мать Исущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша». В русском переводе это звучит так: «Ты, которая в Рождестве Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, сохранила девство, в окончании Твоей земной жизни не оставила мира, не оставила нас. Ты являешься матерью начальника жизни, воплотившегося Бога Христа, и Твоими молитвами избавляешь и нас от смерти». Дело в том, что когда мы ограничены земным телом, то и возможности наши ограничены. Так и Матерь Божия, имея любовь ко всем людям, помогала кому только могла, но во время земной
ее жизни, эта помощь была, конечно же, ограничена. А после того, как душа ее разрешилась от тела, эта помощь становится безграничной, потому что духовная сущность человека не ограничена временными пространственными рамками. И действительно, вся история христианской церкви полна свидетельств о значительной, очень важной, иногда спасительной помощи Матери Божией. И начиная вот с самого первого века существования христианской церкви и до нынешних времен, эти свидетельства множатся. Каждый, кто искренне молится о Матери Божией, получает от нее помощь. Еще раз вас всех поздравляю с праздником. Желаю относиться к жизни как к времени, которое дано нам для научения. Научение прежде всего тому, как победить собственный эгоизм, превратить свою жизнь в служение и научиться настоящей любви, научиться любить Бога, научиться любить мир, Божье творение и научиться любить ближних, то есть каждого человека, с которым сводит нас жизнь. Желаю вам не бояться смерти, а бояться подлости, трусости, равнодушия, предательства, бояться греха. До встречи!